Друзья, всем привет! Видео про вот эту пилу от этого производителя, вот эта модель. Опять-таки, не сочтите за рекламу, а то некоторые зрители думают, что это реклама. Нет, это рекомендация здесь. Я хочу рассказать про диск. Пила, ну, всем нравится, всем классная, всем известная. Пользователи давно ее заценили. Производится в разных странах. Я ее как бы сейчас описывать не буду. Я хочу рассказать про чистый рез на этой пиле. Пила поставляется изначально, вот смотрите, с таким диском. Крупный зуб. Я не знаю, сколько тут, 24, уже не помню. Грубый рез, досок там всяких, брусов там здоровенных, ну, по толщине, по ширине диска. Сколько достанет. Обычно такое применяют на каркасниках, там, на строительстве, на всяком. В столярке тоже, в плотницких вообще делах. Ну, самое милое дело. И вот я хочу рассказать про быстрый рез и подсказать всем, ну, что для этого нужно. А нужно для этого, для чистого реза, вот такой вот диск всего лишь навсего. Древесину пилить, самое милое дело, диском по алюминию 54 зуба на вот эту пилу. Конечно, она и для алюминия тоже подойдет, этой пилой можно цветные металлы пилить, ну, тонкие металлы разные. Меняется здесь диск путем откручивания болта гайки, гайка-болт с шайбой и прижимной шайбой. Можно откручивать шестигранником, зажав вот этот вот язычок, опять же, сейчас покажу, вот. Пила тяжелая, кстати, сразу говорю. Зажимается и откручивается. Многим это может показаться неудобным. И здесь подойдет вот такой ключ обычный на 12, ну в данном случае накидной. Чтобы удобно было менять, вот тут вот, смотрите, площадка поднимается, опускается за счет вот этого вот язычка. Отстегиваете, вот она, вот, ходит. С закрытым неудобно будет менять. Так, площадку открываете, ее фиксируете. Пила стоит. И ключом на 12 вот здесь позволяет не только шестигранником открутиться. Гайка, шайба, болт. Ну и ключом. И вот сюда вот так подлазите, вот, вот там вот, вот за этим язычком. Нажимаете и спокойно откручиваете. Отпускаете его и вот так вот, ключом вот простым. Ну, вот достаточно длинный болт такой здесь из каленой стали с шайбой. Вот так вот он выглядит. Приглядитесь. Вот эта прижимная шайба. Вот так она выглядит. Чтобы снять диск, вот берете вот этот вот, поднимаете кожух. Он сам спускается. И вот так вот через низ вытаскиваете. Сейчас про диск расскажу. И по пути расскажу, конечно, про вот эту вот опорную шайбу. Видите, какая она прикольная? Она вот фланцевая такая. Видите, с шейкой. То есть вот эта вот шейка, она туда вставляется. Вокруг шпинделя. Сейчас покажу побольше. Вот, видите, получше показываю. Вот. И она вот тут прям сидит, закрывая все, защищая. 30 на ней написано, я не знаю, что это такое. Вот такая пила, собственно говоря. Вот кнопка разблокировки курка. Курок вот здесь черного цвета, кстати. Могли бы сделать и красный. Не знаю, может, в моей серии черный курок. У кого-то может быть и красный. Если сравнивать с этим диском, да, вот смотрите, он вентилируемый. Как бы вот. Вот это вот все сотрется со временем, конечно. Вот тут вот было тоже красочно так разрисовано. Вот здесь такие логотипы, Bosch, там все дела. Ну вот с этой стороны сохраняются зато все данные о диске. Вот. Прекрасно сел отверстием. Вот, приглядитесь. Никаких люфтов нету. Берется вот эта шайба. Одевается вот сюда, прикладывается. Берется вот винтик с шайбочкой, опять же, со своей родной вот эту. Накручивается. Ну вот процесс закручивания, вот, чуть-чуть подтянули, ну, не захватывает он флажок. Конечно, его неудобно там зажимать. Приходится крутить, вертеть эту пилу. Сейчас покажу процесс вот таким ключом. Вначале было вот этим вот. Затягиваем. Ну, без фанатизма. Надо чувствовать, кстати, чтобы не сорвать там ничего. До упора. Вот, все, не идет дальше, больше не надо, короче, усилий тратить. И так выглядит теперь этот диск на этой пиле. Ну и сейчас покажу, как она распиливает чистовой рез.
Ну вот, друзья, вы видели чистый рез. Пылища достаточно много он дает, мелкую такую стружку, опинг такой мелкий. То есть не стружка, а мелкая-мелкая пыль. Поэтому, чтобы меньше грязи было, вот тут вот через насадку подключаете пылесос. Ну, это обычная трубка такая, здесь вставляется и шланг втыкается. И вот если этим диском пилить ДСП, оно бы сейчас в клочья бы его разорвало, и не было бы никакого чистого реза, вот как здесь сейчас вот я пилил. Вот он, это чистый рез. Секрет такой столярный, что диском по алюминию пилят ламинированное ДСП. Спасибо, что посмотрели, надеюсь, полезное видео. Всем пока.